полезная игра на фоне тренировочной работы. Два совершенно разных тайма, если первым таймом я очень доволен качеством, за исключением реализации, то второй тайм, он был значительно хуже первого. И, наверное, поэтому китайцы забили гол нам. Почему разные? Ну, во-первых, все-таки разная подготовка еще. Подготовка еще. Нужна работа для Черлуки, еще нужна работа для Фернандеша. Я думаю, для Ари, хотя я думал, Ари получше будет. Вот. Молодые ребята, вопросов к ним очень много. Потому что они выходят, они уже второй матч, они должны качество какие-то показывать. Пока нет. Вот. Но дальше будем работать. Есть группа основных игроков, которые уже сегодня есть. Завтра, вернее, следующий матч будем играть не по 45 минут, а больше. Остальное — рабочая обстановка, рабочая атмосфера. Двигаемся дальше. По 45 минут играли, потому что вам так удобнее всех в деле посмотреть, или вопрос функционального состояния? Нет, не потому что мне всех в деле. Я, в принципе, знаю всех в деле. Потому что функциональное состояние сегодня позволяет играть, на мой взгляд, только по 45 минут. А дальше прибавим, чтобы это была определенная постепенность в нагрузках. Вопрос такой, футбольный, общеобразовательный. Как вам в целом китайская команда? Какой уровень? Ну, если там играет Вицель, это хороший игрок или нет? Безусловно. Безусловно. Еще два игрока, которые в Европе играют и играли в лучших клубах. Это хорошая команда? Хороший уровень команды. Я не знаю, они какой позиции занимают. Они, по-моему, они лидирующие группы. Верхней частью турнира таблицы. Да. Хороший спарринг. В целом оцениваете и этот спарринг, и вот на данный этап сбор как положительный? Конечно, положительный. Положительный по той простой причине, что идет работа, она постоянно идет, хорошая мотивация игроков в работе. Другое дело, у одних лучше получается, у других хуже. Но на это есть конкуренция. У кого лучше получается, тот и будет играть. Кто хуже, тот домой поедет. Последний вопрос, Юрий Павлович, не могу не спросить. Вы недавно смотрели матч Монако-Ницца, ребятам также показывали. Какие-то впечатления, если можете поделиться? Впечатления очень хорошие.